Возложение цветов и минута молчания. В селе Ершово у мемориала «Слава воинов России» почтили память русских солдат, погибших в Первой мировой войне. Сегодня своеобразный юбилей, 10 лет, когда мы открыли центральную стелу, посвященную Первой мировой войне. Как уже здесь говорилось, миллионы жертв. Общее количество за эти 4 года и 3 месяца около 9 миллионов жертв боевых и мирных жителей. Уже 109 лет прошло с начала Первой мировой войны. Многие жители поселения участвовали в этих жестоких сражениях. Именно о них в Ершовском культурном центре рассказывает выставка документов и фотографий. По крупицам мы собираем эту информацию. Ну, естественно, рассказываем детям, рассказываем тем, кто интересуется историей. И вот в данный момент мы открыли часть музейной экспозиции, как раз в основном посвященной нашим участникам Первой мировой войны. Выставка будет работать до сентября. Вход свободный. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».